Псалом 47. Песнь «Псалом сынов Кореевых». Велик Господь и всехвален в ограде Бога нашего на святой горе Его. Прекрасная возвышенность, радость всей земли гора Сион, на северной стороне ее город великого царя. Бог в жилищах его ведом, как заступник, ибо вот сошлись цари и прошли все мимо, увидели и изумились, смутились и обратились в бегство. Страх объял их там и мука, как у женщин в родах. Восточным ветром ты сокрушил фарсийские корабли. Как слышали мы, так и увидели в ограде Господа сил, в ограде Бога нашего, Бог утвердит его навеки. Мы размышляли, Боже, о благости Твоей посреди храма Твоего. Как имя Твое, Боже, так и хвала Твоя до концов земли, десница Твоя полна правды. Да веселится гора Сион, да радуются чери иудейские ради судов Твоих, Господи. Пойдите вокруг Сиона и обойдите его, пересчитайте башни его, обратите сердце ваше к укреплениям его, рассмотрите домы его, чтобы пересказать грядущему роду, ибо сей Бог есть Бог наш на веки и веки. Он будет вождем нашим до самой смерти. Псалом 48. Начальнику хора сынов Кореевых псалом. Слушайте сие, все народы, внимайте сему, все живущие во вселенной, и простые, и знатные, богатые равно как бедные. Уста мои изрекут премудрость, и размышления сердца моего знание. Преклоню ухо мое к притче, на гуслях открою загадку мою. Для чего бояться мне во дни бедствия, когда беззаконие путей моих окружит меня? Надеющийся на силы свои и хвалящийся множеством богатства своего, человек никак не искупит брата своего и не даст Богу выкупа за него. Дорога цена искупления души их, и не будет того вовек, чтобы остался кто жить навсегда и не увидел могилы. Каждый видит, что и мудрые умирают, равно как и невежды, и бессмысленные погибают и оставляют имущество свое другим. В мыслях у них, что домы их вечны, и что жилище их в род и род, и земли свои они называют своими именами. Но человек в чести не пребудет, он уподобится животным, которые погибают. Этот путь их есть безумие их, хотя последующие за ними одобряют мнение их. Как овец заключат их в преисподнюю, смерть будет пасти их, и наутро праведники будут владычествовать над ними. Сила их истощится, могила — жилище их. Но Бог избавит душу мою от власти преисподней, когда примет меня. Не бойся, когда богатеет человек, когда слава дома его умножается. Ибо, умирая, не возьмет ничего, не пойдет за ним слава его. Хотя при жизни он ублажает душу свою и прославляет тебя, что ты удовлетворяешь себе. Но он пойдет к роду отцов своих, которые никогда не увидят света. Человек, который в чести и неразумен, подобен животным, которые погибают.